Мне полгода придется где-то восстанавливаться после паралича. Но Господь меня очень быстро восстановил, потому что я, как говорил, полетел сразу в Стамбул, в духовную академию, преподавал там. Правда, мне там разрешили сидеть, потому что я стоять я практически не мог. Но слава Богу, что меня лечили в этот раз, курировали профессор Ван Вей, знаменитая, делала сама лично отвар, да, передала. Это было очень приятно, потому что это, ну, мы считаем его ведущим специалистом в Тяньцзинском университете традиционной китайской медицины. Господин Ли, профессор Ли на острове Хэнань тоже назначил свою терапию. Ну, самое главное, что меня курировал самый главный наш врач, правда? Это наш целитель, Господь Иисус Христос. Я всегда ему доверяю на полную. Я до сих пор не знаю, что со мной было, в том плане, что в первом случае в Стамбуле прединсультное состояние, и был паралич на левую сторону, левая рука упала. На острове Хэнань нейротоксический шок, ноги отказали, свалился на аэропорту, то ли меня хотели отравить, там, потому что сейчас очень много же всякие, там что-то подложили, там прикоснулись, там укололи, там и что-то там тебя укусило. И Писание говорит, что поразят пастыря, да, и разбегутся овцы. Ну, слава Богу, что, вы знаете, уже к нам, я верю, что это не имеет никакого отношения, потому что мы живем уже в другое время, когда нашего пастыря уже поразить, что невозможно, аминь, скажи аминь, потому что наш пастырь Иисус Христос, а он умер, и он же и воскрес, и сегодня восседает одесную Бога на высоте, и перед ним уже преклонилось все небесное, земное и преисподнее, включительно дьявола. Дьявол лежит сегодня низ перед Иисусом Христом. Ну ладно, там меня можно поразить как человека, да, но мы так, Господь так сделал, что в нашей церкви уже несколько пастырей, да, там, ну и то, там как написано, что если даже смертоносно, что выпейте, не повредит вам. Поэтому я сегодня живой и чувствую, что я полностью восстановился. Даже раньше того срока, который предполагали, что полгода еще не прошло, но я полностью восстановлен, и ничего не парализовано у меня, все двигается, все шевелится. Речь восстановлена, ноги восстановлены, руки восстановлены. И я понимаю, что я как профессор по церебральным заболеваниям обязан был перенести заболевание центральной нервной системы, потому что написано, что если врач, ну, исцелит себя самого сперва. Я могу сегодня сказать любому о том, что, вы знаете, я перенес тяжелейшие заболевания головного мозга, центральной нервной системы, и я смело могу сказать, да, я профессор по церебральным заболеваниям, потому что сам знаю, как из этого выкарабкиваться. Да, и ко мне сегодня обращаются, и у меня последняя новость хорошая, что в Бургасе обратился человек с многолетним параличом лицевого нерва, и вот я даже сделал снимок такой о том, что у меня прошел несколько процедур, и я сделал снимок, где он улыбается. Знаете, что такое паралич лицевого нерва? Когда человек не может улыбаться, то есть у него одна половина лица висит, и оскал такой очень страшный такой, когда человек пытается улыбнуться. И вот после нескольких процедур, да, включительно, мы всегда предлагаем молитву, мы помолились, по-еврейски помолились, и Бог его исцелил, и сегодня человек улыбается. Давайте сегодня улыбнемся друг другу, Христу, и поблагодарим Бога, и давайте помолимся, потому что мы не хотим начинать это служение без Иисуса Христа, правда? Аллилуйя, всемогущий, ты обещал когда-то, что там, где двое или трое, хотя бы двое или трое собраны во имя Твое, там ты уже посреди нас. И все, что мы не попросим у Отца Небесного во имя Твое, по воле Твоей да будет нам, Господь. Спасибо Тебе. Благослови нас, Господь, Отче. В сегодняшнем собрании, Господь, Твоим Божьим присутствием, Твоим Божьим благоволением. Спасибо Тебе за то, что исцелил меня, Господь, от тяжелых заболеваний, Господь, Отче, в этом году. И будешь хранить меня до скончания века, Господь, и каждого из нас, и здесь присутствующих, и наших родных, наших близких, близких и дальних, друзей, знакомых, Господь, Отче, всех, кто и кого приведет Господь, Отец, Осанок, слава Тебе. И ранами Твоими мы исцелились, как написано у пророка Исаия, 53 главе, Ты забрал наши немощи и болезни. Аллилуйя, Отец, Осанок. Ничто, Господь, Отче, не повредит нам, Господь, Отец, Осанок, слава Тебе. Если кто болен из вас, написано, Господь, у Иакова, то пусть призовут пресвитера в церкви, помолится над ним, помазав его елеем. Во имя Господне молитва веры исцелит болящего. Если содел грехи, то простятся ему, и много может усилена молитва праведного. Хвала тебе, всемогущий Бог, за твое присутствие.
за то, что, Господь, вот Ты уже здесь, за то, что, Господь, прежде, Господь, очень того, как мы попросили, Ты уже исполнил наши желания, Господь, очень. И Твой мир, Господь, это и есть самый верный ответ, Твоя радость, которая наполняет наши сердца. Та радость, которую у нас никто не сможет отнять, Господь Отец. Это верный ответ того, что Господь Отче, аллилуйя, верен обещався, Господь Отец, Асана, слава Тебе. И Ты уже ответил на все наши нужды, на все наши проблемы. Потому что Ты когда-то сказал, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Так сказал наш Господь Иисус Христос. И мы Тебя сегодня славим, мы Тебя благодарим и поклоняемся Тебе, чудный, дивный, славный Бог. Во имя нашего Господа Иисуса Христа и Церковь Божия да скажет Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Давайте прославим нашего Господа.